Здорово всем, с вами Тёма Флекс, концертный ревизор, а с недавних пор еще и сельский модник. Короче, о чем выпуск-то сегодня будет? Значит, недавно я узнал, что у нас в поселке открылся магазин одежды, типа местный ЦУМ. И сегодня я пойду туда закупаться, постараюсь собрать красивый, изысканный и утонченный лук. Сегодня мы собираемся сходить сначала в Сбербанк, потому что я уверен, что у нас есть безнал там. Ну а дальше сниму бабки и покажу вам, как я буду одеваться с ног до головы. В общем-то, скоро выдвигаемся. Смотрите этот выпуск, ставьте пальцы вверх и погнали. Пау! Здорово, ёпта! Здорово! Короче, это Лёха, это модельер. Ювелир, местный дизайнер. Сейчас мы идем сначала в Сбербанк, снимем деньги, потому что я, как сказал, не уверен, что там есть безнал. Ну а дальше мы отправимся выбирать лук. Лёха уже в этой теме давно. Он тот еще дизайнер. Лёха, думаю, сколько нужно снять? Побольше. На сколько? Для местного шопинга. Думаю, слушай. тысяч, две с половиной. 2,5 тысячи снимаем, короче. Такой дегиз. Тема смешки. Это наш бюджет на съемки сельского модника. Я сомневаюсь, что там будут, конечно, вещи на все тело, но мы не расстраиваемся. Будут ли вещи вообще на тебя? Потому что, по-моему, тут для женщин только все. Блин. А вон вроде мужские манекены есть. А здесь есть для мужчин? Причем меня снимали, что ли? Не, мы тебя не снимали. Мы только меня. А кроссы? Там вот, да? Кроссы вот. Богатый выбор. Фила. Разбирают быстро? Тебя? Не слышу. А мы снимаем контрольную скупку. Ну вот мы пришли лук собирать сверху донизу. Купим и вот покажем, вот смотрите. Все у нас, так сказать, серьезно. Ладно, не отвлекаемся. И все продолжаем. Как без звука-то? Да мы звук-то есть еще продолжим. Как раз про шмотки LG поет. И у нас, так сказать, все продолжим. Я даже не знаю. Рубашечку? Рубашку на лето. У меня рубашки как раз нет. С коротким рукавом. Да, с коротким рукавом. Все, так сказать, по моде должно быть. И рубашки нам нужны туфли. Туфли. Ну, туфли. Но туфли у нас, я как понимаю, по выбору, но немного, не сильно. Ну, вот есть кроссовки Nike оригинал. Наверное. Оригинал. 45-й как да раз. Да ладно, снимай. Просто со скидкой. А есть туфли? Какие-нибудь. Чтобы элегантно. Вот последние. А, во. Просто у меня как раз такие же почти. Даже не... А, во. Во. Сколько? А. Ладно. Ладно, ладно. Все, мы вот мы взяли. Идем дальше. Берем джинсы или брюки. Оу май! Это сколько стоит рубашка? Ну, чуть. А так, сейчас что? Штаны еще нужно взять. То есть у нас в запасе 800. Ну ладно, можем чуть лимит превысить. Может просто джинсы? Нет, джинсы нет. Надо именно штаны. Это женские?
А я тут полчаса смотрю. Не, это ж вот мужские вроде. Ну это не спортивки, нет? Не мужские? В смысле женские? А, женские? Может шорты взять? Артемий, ну ты чё? Можно? Да. Извините, пожалуйста. О, Тёма. Так, наши. Слушай, а вот это мужские или женские джинсы? Я чё-то... Вот не знаю. Это мужские джинсы? Сеточка. Женские? Ну, я тоже так подумал. Я могу одеть. Кстати, мой размер. Ну, в общем, сейчас я возьмем. Ой. Воу-воу, вот это... Кстати, можно спортивки жалко, взять. Жалко, что они женские. Это не... Это женские? XL. Руки женские. Этот магазин-то на женском специализируется? Больше детского. А, больше даже детского. Тёма, надо с ребенком. Ну, потом подписчиков будем одевать тогда. Даже какой-нибудь аксессуар еще. Ну, верхний. О, да-да-да-да-да. Шляпа. Слушай, кипарь какой-нибудь. Слушай, меня вот Тёма... О-о-о! В натуре это свек. Чё пойдёт вообще? Я курю лесную еду. Вот еще. Давай с очищами. Кажется, вот надо к этой черная. Не, к этой-то да. А вот к этой? Она просто... А, ты еще один лук хочешь, понимаешь? Не. А вот думаешь вообще, ой, к рубашке кепка-то вообще носится? Когда как? Мне кажется, если... нужна шляпа. А, шляпа? А шляпа-то есть? Одень зонтик. Опа-на. Опа-на. I gonna take my... О, пойдем. Голубая есть. Голубая даже есть? А она подойдет под цвет рубашки? Так-то, кстати, под цвет... Ну так-то она больше подойдет, чем она. Как-то как раз туда пойдет. Нормально. На 50? Такая лучше была. Мне кажется, вот эта вот, она универсальная. Все. Ну что, пойдем, пойдем одеваться. Здравствуйте, канал Дымоход. Сколько стоит ваш мод? О, привет. Так неожиданно и приятно. Значит, смотрите. Шляпа 800, 350. Рубашка 800. Штаны 1000. И это 1000. Около 3000 сегодня у меня получился рарный сельский. Old Town Road. Вот, видим на лук. Получается, я это не буду снимать. Я так пойду. 350. 700. А скидки 20% где? На платьишке. На платьишке? На платьишке в следующий раз. Что там? Джинсы. И эти. Боты. 3,50. 3050 рублей. Ребята, мы немножко не уложились в наш, так сказать, в наши ограничения. Спасибо. Как магазин называется? Магазин называется Fashion Район. Fashion Район. А есть пакет? Че, мне сейчас так вот нести все? То есть фирменного пакета нету, да? Да. Печально. Ау. Жену искать. Что? Че, он не похож на жениха? Ну вот. Это что, чуть по времени, пока по поиски активно идут. Ну ладно. Ладно, сейчас надо сделать как Лил Узи Верт. 100 раз говорил то, что я не скрываю то, что я вдохновился очень сильно этим персонажем. Что, ребят, вот мы, так сказать, провели контрольную закупку в магазине Fashion Moda по адресу Большой Исток Ленина 126. Взяли себе рарный айтем, Old Town Road называется этот лук, чисто ковбойский. Вот. Это мой кореш Лёха помогал мне сегодня. Если вам зашло такой формат, то обязательно отдайте обратную связь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, любите моду и всем пока.